Апноэ Клаб Горький представляет. Буквально 30-40 минут приятной части, приятного времени. Это церемония чествования, церемония награждения наших победителей. Но хотел бы я начать немножко не с победителей, не с атлетов, а с людей, которые обеспечивали, организовывали для вас это соревнование и в данном случае обеспечивали безопасность на этих соревнованиях. Это наш главный врач соревнований Антонина Колбенина. Поприветствуем!
вообще клуб не прошли некоторые, да? Переходим к награждениям. Дисциплина, динамика в раздельных классах. Категория. Новички. Женщины. Третье место с результатом 79 метров. Двуреченская Ольга. Второе место с результатом 85 метров. Ильинка Мария. И на первом месте с результатом 92 метра Наталья Гришина. Закажите в индивидуальном размере.
Единственный мужчина. Третье место. Александр Быков. 135 метров.
77 метров Анатолий Махов. Молодцы, ребята! У нас осталась еще одна категория, абсолютный зачет, но немножко сохраняя интригу, я еще возьму слово и хочу отблагодарить всех людей, наших партнеров, благодаря кому состоялись эти соревнования. В первую очередь это тот гостеприимный клуб с офигенным бассейном, сауной, хамамом и раздевалками, который нас принимал. Коллективу фитнес-клуба «Физкульт Мещера» и его директору Майонову Денису. Принимают наши соревнования, и как вы видите, бассейн в нашем распоряжении — это почти невозможно, если вы делаете условия. Также наши партнеры, которые предоставили призы и помогли организовать наше награждение, это Овчаров Николай из Самары. Коллективу компании «Гидро», которые нам предоставили гидрокостюмы за первые места. Это компания «Парус». Нам предали. Коллектив компании «Аква Тим» за гидрокостюмы. Алексею Молчанову и компании «Молчанов». Компании БКМ «Динамика» ее директору Быкову Александру. А также мы благодарим Федерацию фридайвинга в лице Радченко Валерия. И компанию Capital Group его директора Павла Тё, который поддерживает абсолютно все соревнования. И Аркадию Альшулеру, который был у вас в сейфике, ну и по совместительству директор компании нашего партнера Виолия Мак. Поблагодарим и скажем спасибо. Я больше давить не буду. И буквально в категории абсолютный зачет. Общий зачет у нас всего два призера, это мужчина и женщина. Среди женщин хочется пригласить сюда с результатом 164,7 очка, набранные по итогам, соревнований, Степанову Татьяну. Конечно, это, наверное, уже ожидаемо теперь, да? Максимов Александр! Это я называю крючок, увидел и победил.
Я говорю, мы старались. Но у меня, друзья, у меня бы ничего одного не получилось. Юля Сазонова, ты где радость наша? Вы не подумайте, что я тут, ну, стою, рассказываю, выступаю, что-то один. Конечно, у одного бы у меня ничего не получилось. Один из этих людей я ноль. И только благодаря нашему дружному коллективу, ну, опять же, я говорю, не без огрехов, но, наверное, простите нас, мы старались, чтобы не так.